не далеки Дунай. Так цвітущий і поющий яркий май, помнить серце не забудет никогда. Год 2020 объявлен годом памяти и славы в Российской Федерации. 75 лет разлучает нас от суровых и грозных дней войны. Но из нашей памяти никогда не уйдут те моменты, что пришлось пережить людям. Практически в каждую семью постучалось горе. С войны не пришли их близкие и родные. Это горе постучалось и в нашу семью. В Великой Отечественной войне погиб брат моего дедушки, Машкинцев Василий Михайлович. Он был рожден в 1914 году в Челябинской области, город Златоуст. Недолго до войны их семья переехала в Архангельский район, поселок Байдалы. К сожалению, этого поселка в настоящее время даже нет на карте Башкирии. Когда началась Великая Отечественная война, Василия Михайловича, как и многих ребят с Архангельского района, были направлены на защиту нашей Родины. Он воевал на разных фронтах, был очень сильно ранен и после излечения из госпиталя из-под Магнитогорска был отправлен защищать город Сталинград. Практически сразу перестали приходить письма с фронта. И тогда моя прабабушка, Машкинцева Мария Артемьевна, написала заявление-прошение в Архангельский районный военкомат с просьбой отыскать ее сына. И вот через полгода, 18 мая в 1943 году, пришел ответ от гвардии лейтенанта Рябчикова, где были следующие слова. «Мне очень больно и горько вам об этом говорить, но ваш сын, Машкинцев Василий Михайлович, погиб под Сталинградом, мужественно и стойко защищая свою родину, как и положено советскому воину». Вот уже прошло много времени, а в семейном архиве до сих пор хранится единственная фотография. Я хорошо помню ее из детства. Она висела в большой деревянной раме в избе бабушки и дедушки. Дедушка не любил рассказывать о войне. Он говорил одно, что было очень тяжело. А когда подходил к фотографии, всегда говорил, что его брат погиб мужественно и стойко, защищая нашу родину. Ему было всего 29 лет, когда оборвалась его жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. В нашем семейном архиве хранится эта единственная фотография и документы в память о Василии Михайловиче. Ежегодно наша семья участвует в акции «Бессмертный полк», где гордо несем фотографию рядового Машкинцева Василия Михайловича, который в конце января в 1943 году погиб под Сталинградом. До сих пор наша семья не знает, где находится могила Василия Михайловича. Но мы надеемся, что когда-нибудь настанет время, и мы обязательно ее найдем и привезем горсть родной башкирской земли и почтим память минутой молчания. Наш долг – рассказывать нашим детям о тех людях, ценой чьей жизни мы сейчас можем жить под мирным небом и без войны. Вспыхнула лазойка, травст на лили сынок. Ах, как ты вошлая горько, пахли сыпной пылок. Тихое в небе заката, в Волгу спустила крыло. Ах, вы, ребята, ребята, сколько вас здесь прибыло. Как же вы молоды были, как вам пришлось воевать. Мы о вас не забыли, как нам о вас забывать. Вот мы бьем, как когда-то. Гость Сталинградской земли. Мы победили, ребята. Мы до Берлина шли.